Здравствуйте, друзья, еще раз. Сегодня я пришла на, здесь называется Estate Sale. И здесь продается все, что есть в доме. И этот человек, чей продается дом, он занимался антиквариатом и винтажом. Поэтому сегодня можно найти очень много интересных и забавных вещей. Да. Некоторые вещи даже прям с ценами есть. Так вот сделана такая фигурка, сделана в Японии, купирована в Японии. Так. Шрейбер. Так. Если сказать с нетерпением, я жду, чтобы зайти в дом, потому что есть здесь такая красота. Я в гараже тоже была у них, смотрела, что там есть. Так что сейчас посмотрим, что еще у них дальше есть. Сейчас я думаю, что в доме гораздо интереснее будет. Да. Так. Вот, пожалуйста. Знакомые марки, да? Так, хорошо. Так, ну, не знаю, трогать, это не трогать. Так. Вот Германия, пожалуйста, вам кружечка. Я думаю, что так как сегодня второй день этой распродажи, я думаю, что они будут более-менее гибкие на цену. Но а завтра уже окончательный день, поэтому завтра наверняка будет 50-70% скидки. Так. French, Saxon, China, Papa Wheat, USA. Ну что, друзья, пойдемте в дом. Так, друзья, ну вот, мы пришли, вот такой наборчик весь. Сервис стоит $375. У нас Япония прислала вот такое. Так. Пойдемте дальше посмотрим. Ну, напомню, что это. Напомню, что здесь это мужчина занимался антиквариатом, поэтому можно найти всякие забавные штучки здесь. Так. Стекло разнообразное здесь. Так. Друзья, сейчас я сделаю просто небольшой обзор, чтобы вы посмотрели, что здесь есть, какая посуда. И сколько она стоит? Вот это вот стоит $45. Кружечки 250 в советском месте. Irish Roll Pottery. Это вот американская Чиадор. Вот что здесь есть еще? Так. Идешь, не знаешь куда, что здесь, как здесь. Так, вот такая комната. Такие обои здесь. Что очень странно. Не странно, в наши дни странно видеть обои, потому что сейчас обои уже больше не клеят. Так.
спустилась в бейсмент. Здесь тоже горы посуды, даже никто ее не распечатывает, не достает. Ну, какие совсем крохотные крохотулечки. И раньше на них цена стоит $8. Можете представить себе? На каждой из них $8. Так. Здесь куча рамок старых. Всякие штуки, чего-то только нету. Целое море, копайся не хочу. Так. Курочка. Так, вот платьишки вот такие висят. Платьице. Очень-очень старые. Скорее всего, для крещения они были. Что, продолжаем путешествие. Я специально зашла в бейсмент, чтобы здесь посмотреть как можно больше. Не обработала на материалы. Да, человек давно занимался и всем понемногу. Друзья, сегодня воскресенье, и я пришла на остатки СТЦ. Давайте посмотрим, что же здесь осталось. Посмотрите, какой чудесный набор. Здесь работает газонокосилка у соседей, поэтому очень шумно. Так, сделано в Англии вот такой чайничек, но у него уже нету крышечки. Сахарница тоже, видите, нету крышечки. Так. Вот такой чайничек. То же самое, без крышки. К сожалению, очень много без крышек. Ой-ой-ой. Так. Давайте посмотрим дальше. Друзья, посмотрите, я нашла вот American Rose. 22 карата золота. Здесь и две тарелочки осталось, но они уже, одна из тарелочек вышибленькая у них. Так, давайте посмотрим соседние, что здесь у нас. Вот такая вазочка, я даже не знаю, как она, как ее назвать. Видите, к сожалению, уже видно ее использование. Так, давайте посмотрим дальше. А вот блюдо, тарелочка небольшая такая. Давайте посмотрим еще на такую тарелочку. Royal. Так, что у нас еще здесь осталось? Так, это набор тарелочек. Мы уже видели прошлую коробку. Сегодня здесь все будет очень дешево, потому что это окончательный день, и поэтому все очень дешево. Так, это похоже на, не знаю, пепельницы, наверное, вот такие. Так, их несколько штучек. Так, это Johnson Brothers набор. Так, ой, слишком много. Порядке лежит. Так, ну давайте пробираться. Так. Япония. Тоже вот такая тарелочка. Так. Давайте, друзья, снова посмотрим, что у нас здесь есть. Что у нас осталось. Вот такая красивая. Так.
такие тарелочки. Смож, франция. Вот эти сколько же граммов? 4. К сожалению, они некоторые уже отбиты, у них уголочки. Так, ну вот чинжар. Здесь у нас что? Зелено. Да, переходим, давайте дальше посмотрим. Ирен Гроска, 1951 год. Смотрите, какая красота. Сегодня очень жаркая погода. Так. Очень жарко на улице, отсвечивает. Так. Томас, Бавария, Германия. Сейчас посмотрим насчет этой тарелочки. Так. Индиан 3. Вудсанс, Бурслем, Индия. Но где от нее маленькая... Блюдца, я не знаю, тут надо все искать. Так, здесь настолько все завалено, что просто. Так. Вот такое блюдо. Американ. Димаш. 22 карата золота. Вот такое блюдо. Oh, I'm sorry. Are they yours? No, it's not mine. I'm just looking. Так, вот такие розочки. Видите, к сожалению, здесь в этих коробках уже все пошкарябано или немножко отщипленные кусочки. Очень жалко, что такие экземпляры и вот так. Так, смотрите, вот даже сделана Virginia Rose, сделана. В Америке. Вот такие тарелки для супа. Серебристая контурочка. Так. Ну что, будем копать дальше завалы. Осталось ли? Так, это вот какой-то отчайничка от какого-то куда-то упала. Так. Вот такая композиция. Вам надо посмотреть, что это за тарелочка. Сейчас отложим ее сюда, потом посмотрим. Более подробно. Так. Так. Royal Austria. Вот такая тарелочка. Ой, где-то что-то там даже заиграло. Вы слышали, друзья, звук? Что-то где-то заиграло. Так, эта тарелка у нас сделана в Великобритании, прошу прощения, в Америке. Так, посмотрим. Так, давайте посмотрим, друзья, что у нас здесь дальше осталось. Гранд Каньон, Аризона. Так.
Slacker got to watch this out here. Slacker ain't got to watch nothing, man. Друзья, смотрите, что я нашла. Валдор. Вот, хотят они $20 за каждую. Ну, посмотрим. Посмотрим, как они к концу сегодняшнего дня. Так. Друзья, вот смотрите, тут более подробно еще. Аркадия, 1907 год. Баттерчип, $45 это раньше хотели. Сейчас хотят $20 за каждую. Так. Так. Она уже осталась, да? Смотрите, какой интересный сапожок.